Здравствуйте, компания Прогресс Авто. Пришел у нас трактор Honda TX-17. Кратко сейчас о его состоянии расскажем. Как обычно по шинам. Передние шины с небольшим износом, но уже присутствуют на них трещинки. Это трещины хранения, но тем не менее они есть. Задние шины с минимальным абсолютно износом. Трещинки небольшие есть, но не критичные абсолютно. Фреза в комплекте с трактором 130 сантиметров. Состояние ножей видно вполне себе хорошее. По задней навеске трехточка. Без дополнительных электрорегулировок и так далее. Здесь у нас по правому заднему колесу все хорошо. Правое переднее колесо, также износ есть, трещинки небольшие есть. По месту водителя, как обычно, все в принципе. Регулировка положения фрезы здесь по правой стороне, под рукой прямо. По левой стороне полностью все переключения, грубо говоря, передач. То есть здесь и вал отбора мощности, и основная коробка переключения передач, и пониженные, повышенные передачи также здесь. Под рулем удок и ручной газ. Наработка трактора составляет 264 моточаса. В принципе, все. Такой трактор. Обойду его сейчас вокруг. И будет понятно, что состояние у него действительно соответствует его наработке. Потому что краска вся родная. Все это дело очень красивое, чистое, цельненькое. Поэтому приезжайте, смотрите. Трактор в отличном состоянии, очень интересно. Ждем вас.